Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da el aroma. Cuando tomes tu café. Привет, я Елена Ежова, либеро Казанского «Динамо». Сегодня мы будем готовить куриные рулетики. Мы – это моя семья, это Илья и Алексей, мой муж. Для этого нам надо отбить. Да, для этого нам понадобится муж. Муж, да. Кто чаще готовит? Да, отвечай скорее. В данный момент готовит муж. Он себе открыл талант в кулинарии. Ну, просто жена ездит, приходится готовить. Суп варить, печатать книжки, в детский садик нас водить. Кто-то же должен. Илья, у тебя какие блюда любимые? Мне нравится макароны. Да, да, я тоже хотел сказать, а ты можешь не спрашивать. Кто вкуснее готовит, мама или папа? Провокационный вопрос. Я думаю, папа все-таки. Папа готовит лучше. Заметили? Не вкуснее, а лучше. Надо было просто курицу запечь и все. В духовку поставил, забыл. У нас обжарилось 3-4 минуты фасоль. Мы добавляем фасоль, помидоры и чеснок. Обжариваем и заливаем вином. Вовнутрь сыр. Посолить, поперчить надо. И закручиваем. Мы оборачиваем рулетики. И можно или в бекон, или в ветчину. Кому как больше нравится. Вот сейчас мы их обжариваем, тоже 2-3 минуты. И ставим духовку на разогретую на 180 градусов на 30 минут. Карьеру завершил года 4 тому назад. Были еще предложения тоже их, но... Сын рос совсем, так сказать, без отца, поэтому хотелось быть побольше с семьей. И на тот момент жена играла в «Динамо» Москва. Ну вот, и как бы я отказался от контрактов, там остался в Москве рядом с женой. А в этом году просто опять же поступило предложение там, от «Динамо» Краснодара, и мы с женой посвящали, что ну, после этого года все-таки думаем, что быть вместе, и поэтому... Только кому поедет? Мы не планируем, ничего не решаем, потому что мы как обычно что-нибудь запланируем, решим, а получается все наоборот. Кто у вас дает хозяин? Ну, у нас нету хозяина или хозяйка, нет. Блюдо наше готово. Сколько раз было сказано, что жалко, что телевидение не передает запахов. Дома блюдо украшается, когда готовится? Когда мы там гости приходят. Рассказываешь, что украшаем, украшаем. В цветах подаем вообще. Пробуй. Ну как? Мнение эксперта сейчас. Вкусно. Ну все, самый главный ценитель оценил. Хочу воспользоваться случаем и пригласить вас на наши игры. Сейчас начинается плей-офф, и я думаю, будет очень интересно. А после игр, я надеюсь, вы придете домой и приготовите праздничный ужин и отметите нашу победу.